Это давеча, и мы продолжаем. Прокуратура Кировской области взяла на контроль ситуацию с отоплением в Маромице Апаринского района. Ранее мы рассказывали о том, что местные жители жаловались на отсутствие тепла в поселке. Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что с 18 декабря, услуги по теплоснабжению на территории Маромицкого сельского поселения оказывает компания «Энергоресурс». В ее ведении находится местная котельная. Из-за аварий на теплосетях с 18 декабря и до сих пор в домах и соцобъектах Маромицы не соблюдается температурный режим. Прокурор Апаринского района внес руководителю компании «Энергоресурс» и администрации Маромицкого сельского поселения представление. Кроме того, прокуратура направила в суд заявление в защиту жилищных прав граждан.